Ребята, всем привет! Нам пришли две посылки. В первой посылке здесь находятся футболки от Tom Taylor. Сейчас вам покажу, как они выглядят. Простые такие черные футболки. Вот такие вот. Ну, такие хорошенькие. Не такие сильно плотные. На лето, я думаю, прям будет хорошо. Две штучки здесь. И... За сколько? За сколько мы покупали, Фабин, футболки? За футболки мы заплатили 12 евро с копейками, ну, за две штуки. И здесь еще что-то другое находится. А здесь вот такие вот спортивные штаны. Такие тоненькие. От Adidas. Такие вот. Фабин себе взял. А сколько они стоили? Ach so, die T-Shirts haben 8 und das hat 12 gekostet. Zwei T-Shirts? 8 Euro. Oder ein T-Shirt. Nein, поправляю, две футболки 8 с чем-то стоили, а эти по 12 копейками стоили одна пара. Да, вот такие вот покупочки, ну вроде бы такие хорошенькие, да. Может теперь носить. Ребята, всем привет! Мне пришла посылка, которую я, к сожалению, уже без вас распаковала, я не могла выдержать. Мне нужно было взглянуть, что здесь. Здесь я заказала такой вот микс разных растений для дома растения. У меня много погибло растений, я решила вот немного опять зелени приобрести в дом. Я знаю, я не такой прям какой-то там садовод, но у меня некоторые растения, которым уже, может быть, лет 12, может, 10, они еще до сих пор у меня есть. Поэтому такие вот маленькие у меня растения почему-то всегда пропадают. Вот я решила еще раз купить. Это была какая-то распродажа, совсем дешево все было. 28 евро. Ну, сейчас посмотрим, сколько здесь растений. Вот так. Я грязь надела. Ну, да ничего. Сейчас... Только ножницы еще принесу. А вот это первое растение. Ну, потом буду пылесосить. Ладно. Так оно сыпется. Здесь вот такое вот что-то наподобие пальмы. Такое вот совсем маленькое. Но я думаю, тоже будет красиво выглядеть. Это первое растение. Ничего. А затем следующее растение. Это вот такая вот маленькая пальмочка. Например, у Лены вот такая вот пальма. Ей тоже уже, наверное, лет 15, она у нее такая огромная выросла. Я тоже себе такую вот пальму покупала, ну, побольше которой, но она у меня пропала. Вот это, может быть, пойдет. Ну, тоже такое довольно-таки приличное растение. А затем вот такое вот еще растение есть с такими вот белыми листьями. Оно, наверное, такое большое пушистое становится, я так себе его представляю. Ну, когда буду пересаживать, это открою. Затем вот это растение. Вот это растение мне, кстати, очень понравилось. Ну, такое какое-то, как развалюха какая-то, но оно прикольно выглядит. А такого растения я бы, наверное, себе сама никогда не купила. Но так у меня теперь будет такое растение. Нужно почитать, что это за растение, как за ними ухаживать. Здесь, к сожалению, ничего не стоит. Что это за растение? К сожалению, им бы лучше было хорошо написать, что это такое. Так, а может быть, там что-то будет. Так, затем вот такое растение. Вот это растение, например, мне очень нравится. Я люблю вот такие вот большие листья таким зеленым цветом. Прям вот это красивое будет. Я не знаю, оно будет цвести или нет. Было бы классно, если бы оно еще и цвело. Но тут тоже нету названия. Если вы знаете название, пишите. Будет интересно узнать, что это за растение, как за ним ухаживать, что мне нужно соблюдать, чтобы они у меня немного выжили хотя бы один сезон. Уже 5 штук. Ну, в сумме 7 растений тут получается. Потом вот такое вот растение. Вот такое вот растение у меня, кстати, есть. Тут палки какие-то.
Но только оно у меня большое. Мне нравится, как оно цветет. Оно неприхотливое. Могу поливать, могу не поливать. Ну как, потом залью, потом опять не долью. И оно до сих пор у меня живет. Так что вот это растение мне нравится. И еще я про это растение читала, только я забыла, к сожалению, как оно называется. Что оно освежает, не освежает, а фильтрует как бы воздух. Собирает всякие какие-то партикли, которые не должны быть в воздухе, и дает хороший кислород. Так что вот это растение хорошее, такое вот маленькое, тоже мне понравилось. И последнее растение, это вот это. Это некрасивое растение, мне такое не нравится растение. Ну, может быть, когда оно вот так разрастется, будет, может быть, такое красивенькое, посмотрим. Ну, а так мне цвет, в принципе, не очень нравится. Я такой вот светло-зеленый не очень люблю. Ну, посмотрим. Ну, а так, что здесь еще? Ну, это только еще проценты здесь. Так, больше информации нету. Я думала, может быть, что-то какой-нибудь проспект покладут. Что за растения, как за ними ухаживать. Но нет, ничего нету. Ну, так я даже не знала, это была выгодная покупка или нет. Но вот сейчас я подвину еще все растения. Вот получается, вот эти вот все растения. Здесь 7 штук. Вот. Вот эти вот все растения. За 28 евро купили. Не знаю. Ну, наверное, бы и вот это, я, наверное, бы купила растение. Вот это бы купила, наверное. Вот это бы сама не купила, но оно прикольно выглядит. Вот это, наверное, бы все-таки я не покупала. У меня что-то подобное есть. Вот это мне не очень нравится. А вот этот очень цвет какой-то интересный. Тут тоже не знаю, купила бы я такое растение или нет. Ну, теперь они у меня есть. Я хочу их красиво пересадить. И такой прям уголок сделать оаза, что прям сидишь и отдыхаешь. Я это, наверное, хочу воплотить или в моем бюро где-то найти место. Посмотрю, может быть, я немного что-то переставлю, подвину. Или хочу это место организовать у нас в комнате, где у нас ночуют гости. Там такой уголок, где мои книги стоят, там еще пространство есть. Я думаю, там будет здорово выглядеть тоже вот такие вот растения. Так что посмотрим, будем вместе с вами это все делать. Ребята, всем привет, нам пришла посылка. Фабиан опять заказал себе футболки. Я не знаю, что он хочет с этими футболками делать. Наверное, мы будем скоро солить. От Puma за 22 евро 3 футболки. Такие хорошие. А только они хорошенькие, такие футболки. Синий, ну и сзади просто рисунок от Puma. И все, больше здесь ничего не впереди, ничего нету. Так нормальные, хорошие футболки. За... говорила, 22 евро. Да, вот такая вот у нас посылка на сегодня была. Ребята, всем привет, нам пришла посылка. Сейчас распакуем. А здесь находится вот такое вот средство для ванной. Это, ну, когда ты заболел с эвкалиптусом. Прям хорошо, я люблю такое средство. Как хорошо пахнет, оно прям тебя так прогревает. И прям лучше как-то становится. Прям обожаю вот такое вот средство. У меня как раз закончилось. И, наверное, Фабиан увидел на опять какой-то распродаже и взял. Так что теперь опять в запасе будет у нас это средство. Ребята, всем привет. Нам пришла посылка. Такая вот вся измученная. Написано, что они ее по-новому заклеили, потому что она была разорвана. Какая-то она вся в волосах. Сейчас я открою. Здесь находится куртка. Если бы я заказала куртку, ну такую вот не весеннюю, ну такую вот переходную куртку. Так она выглядит. О, классно. Такая не толстая, совсем тоненькая. Ну как тоненькая. Ну, думаю, все равно будет мне тепло ходить. Но я хотела еще потоньше. Это даже толстоватая. Ну, не знаю. Посмотрим. Тут тоже капюшон. Капюшон, кстати, не отстегивается. И она такая длинноватая. Ну, как длинноватая? До колен, кажется. А здесь тоже есть
куда руки можно засунуть, и на замке. Думаю, будет нормально. И Фабиан себе еще что-то заказал. А заказывали это мы все в каталоге Лэнсдейл. Фабиан себе заказал. Зачем она тебе такая, а? Господи. Этому человеку все нужно. Все ему нужно. Даже красным цветом какая-то кофта. А, да. Ну, например, когда в саду что-то делаем, я думаю, будет хорошая такая. Вот. Вот с этого каталога мы заказали. Lens End. Сколько она стоила, эта куртка? Вот эта. Вот эта штука стоила, ну, вот эта кофта 4 евро. А моя куртка? 20. А моя куртка 20 евро стоила. Да, вот такие вот у нас покупки были. Ребят, всем привет. Нам пришла посылка. Распакуем вместе с вами. А внутри находится вот такая фигура, это Марио. Есть такая игра Марио, вот эта фигурка. Вот. У нас есть маленький ребеночек, это Фабиан, ему нужна была такая игрушка. Но он раньше в эту игру играл, и сейчас какая-то, я не знаю, выпустили вот таких вот фигурок. И он решил себе такую купить, говорит, хочешь мне подарить ее? Я говорю, не хочу подарить ее. Так что пускай сам себе дарит вот такого вот Марио. Где мы будем эти игрушки собирать, я не знаю. У нас так всего полно таких всяких плюшевых игрушек. И еще один добавился в коллекцию. Вот такая вот посылка у нас на сегодня была. Ребят, всем привет, нам пришла посылка, здесь что-то на 20 евро, я не знаю, Фабиан мне сказал, сейчас открою. Если честно, я уже даже не знаю, как посылки открывать, некоторые люди мне пишут, мне интересно, что вы открываете посылки за кадром, другие пишут, вы шуршите, поэтому даже не знаю, как правильно открывать. Здесь носки. Носки? Или что это такое? Это два полотенца от Puma. И это что такое? Штаны. Что это за штаны, интересно? Это домашние или спать? Шпать? Das ist eine Sporthose. Это штаны для спорта. Ну, я не знаю, это выглядит для меня как будто спать в них. Они такие тоненькие. Не знаю. И здесь еще откроем. Это полотенце. Вот такое. Малюсенькая, прималюсенькая. Фабиан, как раз для твоего пуза, даже не обмотаешься. Ой, я думал, это будет больше. Я. Они такие тоненькие, даже не знаю. Да, вот такая вот посылка на 20 евро у нас была. Ну, а вам я говорю спасибо, мы уже увидимся в новом видео, до новых встреч. Пока-пока.